тех пор, как седьмой дракон ледяной нашерот с лица Эшена. 10 долгих веков мы ждали отмщения. Мы ждали тебя. Ты, тот, чье рождение предрекал колдун Сан-Шезар. Ты темный мессия древних пророчеств. Мой сын и наследник, предвестник пламени и крови. Существо, что живет у тебя в голове, твоя рабыня. Используй ее так, как пожелаешь. Так возьми же череп моего древнего врага и сокруши стены моей тюрьмы. Такова моя воля, сын. И когда я стану свободен, весь мир и все его души будут принадлежать нам двоим. Череп теней не для тебя, демонова отродья. Не для того седьмой дракон принес свою жертву, чтобы какой-то щенок все разрушил. Я делаю это ради спасения Эшена. Вот и конец пророчества о темном мессии.